Здравствуйте, любители средневековья! Мы продолжаем прохождение игры Mount & Blade «История Грифа». После ранения Гриф отправился в ближайший город, чтобы залечить свои раны. Та битва запомнится ему надолго. В Стургии есть народная и мудрая пословица «Поспешишь – людей насмешишь». В прошлый раз Гриф поспешил атаковать противника, оставил свои войска позади и благополучно приземлился на бандитское копье. Не зря в народе Грифа называют дерзким. В войнах и битвах дерзость, конечно, хорошо, но не всегда. После лечения Гриф продолжил охотиться на бандитов и разбойников, тем самым поднимая свою репутацию и известность. О нем уже заговорили некоторые крестьяне. Впрочем, что говорят, это не важно, главное, чтобы говорили. Но Грифу нужно, чтобы о нем слагали не только простолюдины, но и лорды. Для этого ему нужно отправиться в какое-нибудь королевство и записаться в наемники. Как раз сейчас империя воюет с Ботанией, Стургия воюет с хузаитами. Однако в первую очередь нужно организовать караван, купить мастерскую, наладить производство и, самое важное, натренировать свои войска. В течение нескольких лет Гриф обрел навыки лидерства и управления. Изучив все тонкости торговли, он организовал караван в городе Варнаополь. Это второй город по величине после Вархега в королевстве Стургии. Караван возглавляет его спутница Фера Странница. Он с ней познакомился в таверне того же города и принял в клан. Фера Странница имперского происхождения, она так же, как Гриф, дерзкая и расчетливая. Навыков торговли у нее маловато, но она учится. У Феры есть младшая сестра, которая также вступила в клан. Ее зовут Альхила Страница. Она тоже дерзкая, как ее старшая сестра. Фера как-то намекнула Грифу, что если будет кто-то приставать к ее младшей сестре, то ему не сдобровать, указывая пальцем на кастрированного кабана ради откормки. Гриф зафиксировал эту информацию. Помимо каравана, Гриф приобрел и наладил производство несколько мастерских. Дела в этом направлении пока не так хорошо идут, но, по крайней мере, они себя окупают. Через некоторое время гонец приносит письмо нашему герою. Староста деревни Владов просит Грифа приехать на очень важную встречу. Гриф прибывает в деревню. «Мой князь, хорошо, что вы прибыли», — говорит староста. «Я еще пока не князь», — отвечает ему Гриф. «Есть одни древние руины, с них прекрасно просматриваются дороги, и при этом туда нелегко добраться. Стоит ли говорить, что разбойников так и тянет в это место? Сейчас там обосновалась новая банда, которая не дает житья караванам и путешественникам. Находящиеся там разбойники легко заметят крупную армию и успеют сбежать. Но если вам удастся проникнуть в укрытие с небольшой группой решительно настроенных воинов, вы сможете застать их врасплох. Когда мы попросили нашего князя Йорика о помощи, он сказал, что у него нет времени и отправил к вам. Видимо, он до сих пор занят этой бессмысленной войной с Хиргизским ханством. Кстати говоря, я знал вашего отца Бальдима. Он был человеком слова. Вы на него сильно похожи». Гриф принимает просьбу и начинает собирать отборных воинов. Приближившись к бандитскому укрытию, он приказывает Альхиле остаться. Она еще молода и неопытна. Тот несчастный кабан еще не забыт.
малой группы воинов во главе с Грифом удается пробраться незамеченным в логово бандитов. Бандиты не знают, что они не одни. Чардж! Эй, вы угробили немало моих людей, что в вас? Может, решим все один на один? Крикнул главарь лесных бандитов. Гриф соглашается. После успешного рейда Гриф получает обещанную награду от староста деревни и информацию о том, что князь Йорик желает его видеть. Князь будет ждать его в замке Владов, это к югу от деревни. Гриф прибывает в замок. Во время войны замки всегда закрыты для незнакомцев. «Кого там черти принесли?» — говорит то ли стражник, то ли сам лично князь. «Ах да, вы тот самый Гриф, который помог моей деревне. Стража, открыть ворота!» Воспоминания детства Грифа пронзили насквозь, ведь он вырос в похожем замке, где его отец воспитывал и обучал боевым искусствам. Возможно, когда-нибудь Гриф станет князем, может даже и королем. Если придется убивать, он это сделает. Если грабить, то и это он не побрезгует. Все ради восстановления своей репутации. Вероятно, его отец бы не одобрил такие мысли, но Гриф — это Гриф. Возможно, он в деда своего пошел. «Здравствуй, Гриф!» — говорит князь Йорик. «Прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы ты усек два момента. Первое. Я знал твоего отца. Он был славным воином и человек, который держит свое слово. Второе. После гибели твоего отца я не участвовал в разделе вашего имущества. Пусть люди говорят про меня всякую гадость, что я жестокий, но я не коварный и не стал участвовать в этом безумии. А теперь давай приступим к делу. Весь прошлый год я провел в военных походах и давно не собирал со своих земель налоги в мою казну и в казну государства. Мне пригодилась бы помощь в сборе податей. Как ты уже, наверное, догадался, мы ведем войну с Хиргитским ханством, поэтому завтра на рассвете я выдвигаюсь к королю на военные сборы. Мне там надо быть обязательно. Доверить это поручение я могу немногим. Как я уже говорил, отца твоего я знал, поэтому для меня ты не чужой. В общем, ближе к делу. Я назначу тебя своим сборщиком налогов и выдам тебе перечень наделов всех своих подданных с указанием суммы долга. Тебе нужно будет просто проехаться по деревням и собрать подати. Я понимаю, что все до единого динара получить не удастся. Некоторым из деревенских платить попросту нечем, а остальные будут до последнего уклоняться от уплаты. Поступим очень просто. Ты отдашь мне 1621 динар, а сам можешь выжать из них столько, сколько получится. Думаю, тебе это будет интересно. И да, парень,
Не верь всем беднякам, не позволяй холопам ездить по твоим ушам. Кстати, по поводу ушей, ты уж не обращай внимания, что я кричу, я просто оглох на одно ухо. В последней битве с хузаитами в меня въехал хузаитский страж хана со своей двуручной глифой, или как она у них там называется. Ух, какие они, суки, быстрые и резкие, умелые бойцы. Ладно, парень, давай, ступай в путь. Не подведи. Первая деревня для сбора налогов называется Борчегорск. Это вблизи города Варнавополь. Здесь занимаются рыбным промыслом. Война пока что ее не затронула. Гриф прибывает в деревню и находит старосту. «Я так полагаю, что вы пришли за налогом», — говорит староста. «Да», — отвечает Гриф. «А откуда вы узнали?» «Да вас, пидоров, узнаешь за 1000 верст», — нервно отвечает староста. «Ладно, не обижайся. Это я не лично тебе сказал. В общем, ты понимаешь. Дождись утра и подойди потом ко мне. Сразу говорю, ночевать негде. Могу предложить в свинарнике», — добавляет староста. Гриф любезно отказывает и возвращается в лагерь. На рассвете наш герой начинает собирать подати. Немного позже староста подходит к Грифу. «Хриф, или как тебя там звать? Тут такое дело. Многие жители сильно пострадали в этом году от неурожая и нападения разбойников. Послушай, сынок, у наших жителей уже ничего не осталось. Прости нам, пожалуйста, все остальные долги. Честно говоря, наши ребята уже на взводе», — подытожил староста, намекая, что местные жители готовы применить силу. Немного подумав, Гриф решает освободить от налогов только бедняков, а местные предприниматели продолжают отдавать подати. Собрав налоги, Гриф отправляется в следующую деревню. Согласно документам, деревня Амканы разводит кабанов, из которых производят мясо и кожу. «Слушаю вас, господин», — говорит староста. Гриф достает документы и зачитывает. «Я, князь Йорик, приказываю выполнить свои обязательства и отдать все долги моему доверенному лицу, Грифу, сыну Бальдика, из клана Аджаринг. Можете не продолжать», — говорит староста. «Начинайте собирать», — он грустно подытожил. Гриф начинает это неприятное занятие. Через некоторое время к нему подбегает Альхила. Она явно взволнована. «Гриф! Гриф! Местные жители атаковали наших ребят. Они вооружены и настроены очень серьезно», — говорит Альхила. «Оставайся здесь и никуда не уходи». Гриф надевает кольчугу и немедленно отправляется к ним. Гриф потерял контроль над ситуацией, и его люди забили несколько человек до смерти. После кровавой бани все утихло, отношение с деревней ухудшилось. Теперь местные надолго это запомнят. Наш главный герой собирает налоги и уходит прочь. Следующая деревня – Янгутум. В деревне ценный ресурс для средневековья – это железная руда. Здесь ее добывают и поставляют в город Варнавополь, ну а в городских мастерских куют оружие из этого сырья. Староста Янгутума сам подбегает к Грифу и говорит: «Господин, пожалуйста, только ничего не делайте, мы сейчас все сами вам отдадим. Мы знаем, кто вы такие, и очень вас ждали. Пока мои слуги собирают монеты, соизвольте вам предложить отборную медовуху. Она невероятно вкусная». Гриф любезно отказывает. «Нет, спасибо, староста, давайте закончим».
Слухи по Калерадии распространяются быстрее ветра. То, что произошло в деревне Амканы, Грифу бы не хотелось повторить. Он явно подавлен после этого случая. «Эх, лучше бы я не соглашался на это поручение», — вздохнул Гриф. Через некоторое время Гриф собирает деньги со всех, кроме бедняков, и возвращается в город, чтобы сдать деньги и немного отдохнуть в таверне. Отдыхая в таверне, Гриф разговорился с человеком, который утверждал, что любую стену можно сломать. Его зовут Хамар Знающий. Он родом из Хузаистского ханства, и он оказался потомственным инженером. Хамар рассказал, что его отец был когда-то великим инженером, и он служил в Киргизском ханстве, лично у самого хана Урухана. Тогда великий хан хорошо ценил инженеров. Благодаря им он покорял великие имперские стены и хорошо им платил. Однако после смерти великого хана Урухана, нынешний правитель Хузаистского ханства Манчук урезал жалование инженерам, сделав ставку на хорошую конницу. Теперь Хамар Знающий скитается по Калерадии в поисках работы. Гриф нанимает его. Такие специалисты ему уж точно пригодятся. На следующий день Гриф выдвигается в город Сибирь, чтобы записаться на турнир. Некоторые зрители, скорее всего, услышали одну речь про раздел имущества и потерянное наследство Грифа. Скорее всего, Гриф пока не хочет об этом вспоминать. Не вспоминать – это не значит, что забыть. Гриф не забыл. Конец второго эпизода.